столице республики проходит экологическая акция «Сделаем город чище и зеленее». Сотрудники администрации Чебоксар, работники предприятий раскидывают оставшийся снег, убирают мусор, скопившийся за зиму. Вооружилась граблями и лопатами и наша съемочная группа. Наведем чистоту на улицах родного города. Под таким лозунгом сотни горожан принимают участие в многочисленных субботниках. В минувшие выходные плохие погодные условия не помешали привести в порядок мемориальный комплекс «Парк Победы». Здесь проходит уже вторую субботу субботники. Погода, как видите, пока не совсем подходящая для субботников. Но, несмотря на это, кто-то ворошит снег, чтобы быстрее растаял, кто-то выбирает листву после зимы, то, что осталось, кто собирает случайный мусор, чтобы парк уже привести, соответственно, к празднику 9 мая, чтобы он уже как был подходящий, приглядный вид имел. На уборку территории парка вышли сотрудники различных министерств и ведомств, работники предприятий ЖКХ и, конечно же, сотрудники мэрии. Раз в квартал, весной, осенью мы всем нашим дружным коллективом выходим убирать, благоустраивать территорию нашего любимого города. И своим собственным примером, в том числе и для молодежи, показывать, что труд, он нужен, что он облагораживает человека. Экологические субботники – лишь часть запланированных мероприятий по наведению чистоты и порядка на улицах. В рамках акции «Сделаем город чище и зеленее» планируется закладка новых аллей и скверов, ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.